есть табуретка, есть столик. Вот тут я чувствую, что, наверное, тут какая-то ловушка. Ёшкин ты кот. Там вроде бы... еще одна ловушка. Давайте подойдем. Наверное, какая-то ловушка, нет? Ну-ка. Всем привет, ребята, вы на канале Никита Твагенс. И как вы видите, мы сегодня будем играть в первый раз в хоррор-игрушку. Я, ребята, если честно, такие игрушки не очень люблю. Но так как всем нравятся игры про бабулю Гренни, я решил, ребята, поиграть в такую аналогичную игру, которая называется Insanus, или в переводе означает это сумасшедший или людоед. Ну, здесь... переводится как «людоед». Раньше, ребята, это была Granny 2D, но ее удалили из плеймаркета, и поэтому разработчики сделали все то же самое, только в качестве Granny они начали использовать людоедика. Вот и все. А можно сказать, что раньше здесь вместо этого людоеда ходила Granny, бабуля, и пыталась выбраться из собственного дома. Так что, ребята, давайте сейчас попробуем, походим по собственному дому и попробуем нашим людоедам выбраться. Ну что, давайте, ребята, начнем. Так, нажимаем «Играть». Тут у нас будет скоро вторая часть. Первая часть. Рекламку закрываем. Итак, ребята, людоед совсем сошел с ума. Все помутнело в его голове. Он не узнает свой дом. Комнаты как будто перепутались. И теперь он сам не может выбраться из своего дома, наполненного ловушками, которые он приготовил для незваных гостей. Ну что? Давайте попробуем, ребята. Тут будет куча ловушек, я представляю, сколько нам, наверное, придется в нее играть. Ну, давайте начнем. О, вот это людоедик. Так, все, что мы видим? Есть вопросик. Вопросик это что? Нам будут давать тут подсказки. Ну, пока нам подсказки, думаю, не нужны. Давайте попробуем походить. Да, вот наш людоедик ходит без проблем. Так, идем, смотрим. Какой-то рисунок. Ух ты, тут людоед кого-то, видно, кого-то убивал, какого-то ребенка, походу. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас на кровати есть. Так, ничего нету. Дальше здесь что, какой-то подвальчик, тоже ничего нету. Опачки, ребята, зеркало. Смотрите, я нажал на зеркало, оно треснуло. Есть, мы взяли какой-то кусочек стекла. Так, и еще в этой комнате у нас есть сейф. Ну, сейф тут, естественно... надо знать какую-то комбинашку, мы ее пока не знаем, но будем искать. Так, давайте, ребята, куда-нибудь пойдем. Давайте налево. Мы переходим на кухню. Есть табуретка. Есть столик. А, вот это в новости. Вот тебе и прикол, ребята. Откуда я мог знать, что там из стола какое-то лезвие на нас чикнет. Ладно, начинаем заново. Да, я представляю, ребята, сколько раз придется начать здесь. Пока что нельзя сохраняться. Так, все, взяли лезвие. Тут мы уже знаем, что больше ничего в этой комнате нету. Идем на кухню. На кухне есть картина какая-то. Пустая. Есть холодильник. Так, столику не подходим. Все, хватит. Опачки, ребята, что мы нашли? Ключик. Дальше что? Спички. Мясорубка. Мясорубка, ничего. Так, ладно, и давайте тогда опять налево. Налево, и куда мы перешли? Какой-то кабинет. Еще один рисунок, тут мальчик. Какой-то домик идет. Понятно, пока, ребята, ничего не понятно мне. Опачки, еще одна комбинашка. Ого. Так, непонятно, ребята, комбинашки какие-то. Так, здесь ничего не происходит. Так, мне страшно походить, наверное, это какие-то ловушки, да? Если я подойду к этой решетке... Так, и что мы нажали? Все, мы нажали, да, что-то? Есть вешалка. А это что? Ну, и ничего не происходит, ребята. Ладно, давайте еще раз налево-то пойдем. Опачки, и мы возвращаемся в свою комнату. Все понятно, да? То есть... все, в принципе, понятно. Ладно, давайте, ребята, теперь пойдем вниз. Идем вниз, посмотрим. Так, мы оказались в ванной какой-то комнате. Игрушечка есть. О, взяли малыша, ребята. Так, смыли. Короче, мы сходили в туалет. Так, и, по-моему, давайте тогда руки. Вот, смотрите, включается вода. Может, надо будет там набирать воду какую-то? Так, какой-то пузырь, ребята. Тут
Тут я чувствую, что, наверное, тут какая-то ловушка. Ёшкин ты кот! Точно, ребята, была ловушка. Все, запомним уже. К столу не подходим, к пузырю тоже не подходим, да? Давайте тогда еще разок начнем, и уже мы две ловушки обойдем с вами. Так, тут давайте сразу мы идем, берем кусочек стекла. Идем сюда. Берем, тут мы ничего не возьмем, да? Что-то мы включили или пока непонятно. Или так просто, как вот этот сканер отпечатков пальцев. Ну, давайте возьмем спички, да? И возьмем ключик. Холодильник закрыт у нас, да? Ладно, пойдем вниз тогда. Опачка, какая-то зелень. Ребята, смотрите, я вышел в сад. Так, я вышел в сад. Да тут вообще ловушка на ловушке. Ё-моё. Да, короче, надо будет, ребята, запоминать. Нам надо запоминать, куда тут ходить вообще. Так, фу, ну все. Вроде бы уже основные ловушки знаем. Всё, взяли стекло. Пока, в общем, взяли только кусок стекла и пойдем вниз. Так, тут у нас, кроме этого ребенка, ничего нету. К шарику не подходим, ребята. Давайте его обойдем. И смотрите, где мы оказались. В какой-то комнате. Оо, а чё-то кровь потекла. Ребята, смотрите, это кусок картины. Я знаю, куда его надо применить. Помните, мы с вами проходили картину, да? Там вроде бы... еще одна ловушка. Ёшкин ты кот. Фу, ну давайте. Начинаем сначала. Все, я уже запомнил. Так, забираем. Кусок стеклышка. Здесь. Давайте, ладно, подойдем к этой решетке, что это? Да, я говорил, что там ловушка. Все, теперь мы уже знаем, что и здесь тоже ловушка. Ну что, все, начинаем. Начинаем еще разок. Фу, конечно, ловушек тут надо все чепо запоминать. Конечно, как это сделать, непонятно. Так, тут мы что можем брать? По-моему, ничего, да? Идем сюда, на кухню берем спички. И наш ключик. Так. Сюда не подходим, ни в коем случае. Да, на улицу не выходим, потому что мы не знаем, как там, куда идти надо нам. Там везде одни ловушки стоят. А вот, вот эта картина, ребята, на кухне она. Опачки, мы в кабинет. Так, давайте тогда. Пойдем сюда. И вниз, внизу там есть кусок картинки. Возьмем кусок картины. О, да, у нас вниз. Возьмем ребенка. Игрушку. Так, ребята, вот он, кусок картины. Все, мы взяли. Смотрим. Так, может... Смотрите, какой-то шов. А у нас есть кусок стекла. И как дальше его применять сюда? Все, я понял, ребята. То есть мы выбираем какой-то предмет. И только потом нажимаем на него. Ух ты! Что там мы взяли? Какое-то око? Так, а здесь можешь что-нибудь нажать? Окей. Ладно, можно? Его применить нет, нельзя. Так, к этому шкафу мы не подходим, все, мы это уже помним. Тут надо какой-то, наверное, будет ключик нам, да? Может, вот этот ключик? Нет. Так, обычным два, ничего нет. И попадаем сюда. А что мы здесь делали? Здесь мы взяли ребенка. Чего? И больше ничего тут нету. Ладно. Ага, мы попали сюда же. Давайте вниз туда пойдем. Пойдем сюда, вниз. Так, тут у нас сейчас... А, это картина еще есть, точно. А может, надо ребенка применить? Неа. Нет, ребята. Так, ну, вроде тут все уже. Так, комбинашку мы не знаем, да, с вами? Ну, давайте, пойдем нашу картину сюда положим. Где она? А, тут еще можно руку нажать. Хотя непонятно, что это мы сделали. А может, здесь можно так око применить сюда? Нет. Мне хочется все подойти. Вот где здесь. Где-то картина вложена, ребята. Давайте сюда этот кусочек вставим. Так. Есть, нам надо еще один кусочек найти, а где он?
Так, холодильник. Холодильник не открывается. А может, мы можем спичками газ подпалить, а? Нет, тоже не можем. Ничего не можем. Так, мясорубка есть. Ну? О, смотрите, мы сняли с помощью ключа мясорубку. Так, это у нас какая-то рукоятка. Ага. Куда мы эту рукоятку туда применим? Тоже непонятно. Давайте еще, может, сюда. Вверх. Что у нас здесь есть? Сундучара. Нет, это мы ничего не можем. Спички. А что спички? Может, спички мы можем что-то поджечь? Ну-ка. Нет. Может, сюда ребенка можно? Тоже нет. А телевизор почему-то тут стоит. Ну-ка. Нет, он только включается, выключается, да? Да, ёшкин ты кот, а? Ну что, ладно, ребята, тогда давайте возьмем подсказку. Так, давайте посмотрим видосик, и нам выпадет подсказка. Итак, смотрите, ключ к сундучку. Так это и так понятно, что ключом надо открыть этот сундучок. А где ключ взять? Да, конечно, подсказка ничего нам сейчас не подсказала. Давайте еще одну. Смотрите, ребята, она будет всем подсказывать очевидную вещь. Да, конечно, жесть. Ладно, давайте найдем ключ. Так, давайте обойдем за все комнаты. Так, сейф. Может, в сейфе, к сейфу. Эту штуку применять надо, нет? Нет, тут надо комбинашку. Запомним какую-то комбинацию узнать, ладно. А, подождите, так может быть ручкой этот подвал можно открыть? Да, мы с помощью того ока открыли подвал. Ух ты, ребята, мы спустились в подвале. Смотрите, что это такое? Кто это, ребята, кто это? Давайте подойдем. Наверное, какая-то ловушка, нет? Ну-ка. Кто? Это, ребята, как из фильма «Звонок», да? А такая девочка с волосами черными. Ладно. Ай, ёшкин ты кот! Вот это жесть, аж мурашки побежали по телу. Ладно, ребятки, я думаю, на этом все. Уже в следующем видео мы продолжим проходить нашего людоеда. Если вам нравится это видео, если вы любите такие хоррор-игры, ставьте лайки, пишите свои комментарии, вообще играете ли вы в это. И прошли ли вы эту игру. А с вами был Никита. Пока-пока.